Так, ну что, все готовы? На работу? Все на работу пойдут? А где мои сандалии? Папа! Да. Афон, ты готов? Вот уже закрыто. Да это ж с одной стороны. Самобулся? А трусики кто забыл уже? Ты взял трусики с собой? Ага. Все, все поехали. Теперь нужно закрывать. А папа еще будет заезжать, ворота закрывать пока не буду. Палисадник тоже требует уже васильки удалять. Уже не все, а некоторые даже прям посохли. Тут вот вообще заросло травой. Надо срочно выходить в палисадник. Здесь как красиво петуньи распустились. И гладиолус, смотрите, как выкинул этот стебелек цветонос. Так, ну что, всем привет! Всех провела, включила сейчас посудомойку, мыть посуду и сейчас иду работать. Мы уже в 5 часов проснулись, если честно, уже почти 8 без 15, так что продолжаем вязать. Мама уже начала, вернее продолжает, да? Начали мы с укропа. Пока роса. Ой, я даже села на мокрый поднос. В общем, будем сейчас укроп вязать. Я сейчас буду готовить обед. Это овощи в духовке, кабачок, картошка, перец болгарский, морковка, чеснок, где-то там еще лучинка. В общем, хочу, чтобы было побольше кабачка, чем у картошки. Сейчас все это порежу и сложу вот сюда в формочку. Ну что, я опять все порезала найсером-дайсером. И лук только помельче, а вот картошку, кабачки, морковку все покрупнее. И сейчас все посолила, поперчила, буду заниматься мяском. Так, ну что, вот что у меня получилось. Здесь такие ребрышки из домашней свинки, поэтому на них и мяса много. В общем, это все теперь стоит в духовке. С Марсиком идем на улицу. Пошли, Марсела, пойдем. Григорий сегодня поработал, да? Нарвал миску кружевника. Да, нам для компот. Да, и черная смородина, листьев, конечно, ты нарвал. Я беру жменями прям так быстро. Ее быстрее собирать, чем крыжовник. Крыжовник тяжело, конечно. Да? Еще одну крестному нарвал, да? Тут и крыжовник, и черная, да, смородина. Все напополам, целое место. Так что сегодня Гришу ждет большой папа, да? Ура! Еще компьютер, кстати. Угу. Ну еще тебе сколько, часик? Пока тут Зоюня кушает малинку, вспотела вся бедная девочка. Жарко, да, Зоечка? Уже на улице 11:20, уже солнце печет, жара такая вообще. Скажи, жарко или не жарко на улице? Не жарко. Не жарко тебе? Я сейчас буду делать салат, вот уже сорвали свои огурчики, вот такие выросли. Еще один Степа, получается 6 огурцов сегодня собрали. Помидоры покупные розовые. Сейчас, в общем, будет свежий салат со сметанкой. Все, мы все вместе обедаем. Родители, как тебе ragu? Да, родители домой. Сейчас тетя Вера еще приедет, да, Зоечка? Мама приедет? Ура, 12 часов. Мы на карате приехали. Вера, мы в школу приехали на карате, а Фонька будет на машине ездить. Все, Антоша тащит Гришину сумку. Афоня. Гриша тащит Афонину машину, а Афоня король. Ты поедешь до машины? Ну как тебе тренировка? Еще легче. Тебе понравилось? А я иду на свое карате. А ты идешь на свое карате? For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.